Подготовка конкурентоспособного ученика сейчас является стратегической задачей, сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов на форуме директоров общеобразовательных организаций региона. Такой ученик должен не только владеть современными знаниями и навыками, но и быть готовым к постоянному обучению в дальнейшем. Вам сегодня предстоит обсудить актуальные вопросы сферы образования, в первую очередь определить, как наиболее эффективно и рационально использовать потенциал профильного национального проекта. Сегодня нужно наметить вектор дальнейшего развития отрасли для того, чтобы вывести ее на качественно новый уровень. На форуме будут обсуждать актуальные задачи системы образования. Мероприятие пройдет в двух форматах – пленарное заседание и открытые дискуссии, где директора школ поделятся опытом и основными проблемами, одна из которых – цифровизация. Пандемия показала необходимость цифровизации, и ковид нас заставил ускорить процесс внедрения цифровых технологий. Дистанционное образование, цифровое образование не может заменить ученика, не может полностью его отодвинуть, что называется, в сторону. Это может быть только дополнением, и может быть существенным дополнением к традиционным методам воспитания и образования. Глава региона отметил, что с дистанционным обучением, по его мнению, школы справились на отлично. Сейчас в регионе реализуются 6 региональных проектов в рамках национальных. Они сосредоточены на развитии системы образования по 5 направлениям. Основные из них – это дать школам современную материально-техническую базу и обеспечить условия для повышения профессионального мастерства педагогов. Очень важно скоординировать стратегические задачи, решаемые в системе образования, с тактическими задачами, решаемыми каждой образовательной организации. Ольга Щетинкина рассказала и о реализации национального проекта образования на территории Рязанской области. По ее словам, за прошедший год удалось обеспечить выполнение всех показателей нацпроекта. Начиная с 2021 по 2023 годы в рамках проекта «Современная школа» будет создана еще 1852 места в городах Рязан, Сасово, в Лесно-Конобеево Шацкого района. Кроме того, в 2021 году будет введена в эксплуатацию школа на 132 места в селе Просечье Александра Невского района. Форум директоров образовательных организаций региона пройдет 3 дня. Итоги будут подведены в пятницу, 23 апреля. Валерий Седов, телекомпания «Город».